готов. Ассалому алейкум, қадірлі юртошлар. Ново телеканалда Супер Лото Халық банкінің барча лотереялы шықбозларыны бізні диққат білен томоша қылышки чақырамыз. Несколько часов до Нового года, а у нас прямой эфир лотереи Супер Лото. Тираж по счету 94-й. Ха, бүгін 94-й ютуклар тиражы ва илон қырамыз. Бірінші категория Супер Ютук мақдары 1 миллиард 874 миллион 35 188 сом. Вторая категория 983 миллиона 215 тысяч 950 сум. Кейінгі категория отамыз, үшінші категория, демек, бұл кичик джекпот деп номленады 116 миллион 536 миллион 625 сум. Четвертая категория 47 миллионов 661 тысяча 600 сум. Навбат 5-ші категория 1 миллион 200 мин сумдан. Шестая категория 120 тысяч сум. Ва нихоят сонгі 7-ші категория 60 мин сумдан. Бүгінгі тиражны кузатып барадыган хайат раисы ва унинг азоларыны хам таныштырып отамыз. Хайат раисы Тожибоев Илхом Полатович, Халықбанк маркази аппаратыда бөлім башлығы. Член комиссии Исломов Алимжон Ахмадович, главный специалист Центрального аппарата Народного банка. Ва Мухамедов Абдушкур Абдурахман оғлы, Халықбанк маркази аппаратыда бош мутахасис, хайат азосы. В сегодняшнем тираже участвуют 22 795 билетов, и они содержат 76 748 всевозможных игровых комбинаций. Спасибо всем играющим! Ройхаттан уткен ойын билетлер кайдетілген дискіні топшырдик. Без лишних слов! Ха. Удачи! Последний тираж в уходящем году. Барчы сузларымызны, тілекілерімізні қазір тәқтим етсек болады. Та Аллаты троллер бізге рақамларыны тәқтим еткен үче. Пока вращаются шары, мы будем вам желать. А что мы желаем? Того же, что и себе, крепчайшего здоровья, богатства, счастья, исполнения всех ваших желаний. Бірінші шар, он. Первый шар под номером 10. Бүгін 2020 жылдың 31 декабрь санасы. Елінің соңғы күні, соңғы ақшамы, ва мана шу ақшамды Халықбанкінің супер лото лотереясыды сіз ғалып болышыңыз мүмкін. Екінші шар 17. Второй шар под номером 17. Миразис, как бы вы назвали этот уходящий год? Каким словом? Чакмок. Это что значит? Был гроза. А я? Молния бы, молния, молния. Да. Гроза бы мама колдрок. Игорь Матур. Третий шар под номером 24. А я этот год бы назвала удивительный. Он был такой необычный, такой интересный. Но, несмотря на все, потрясающий. И вдобавочку, непредсказуемый. И непредсказуемый. Он только стопин шар. Четвертый шар 19. Это исторический год. Потрясающий год. А слезы Харбор Ельны, якши уткезыш, узымызге хан боғлык. Именно в этом году родилась передача «Суперлото», правильно? Топ-то тогар. Вещин шар, Игорь Муч. Это пятый шар, номер 23. Хақиқатта хам «Суперлото» лотереясы 2020 жылда йолга қойылды. Ва умид қиламиз ки, худо омад лотосингари узоқ вақт давомида мухлисларни хурсанд қилади. Конечно. И последний шар из первого лототрона 31. Қайта работамиз. 10, 17, 24, 19, 23, 31. 10, 17, 24, 19, 23 ва 31 рақамлары түшті. Біз ойыны давам еттірамыз. Икінші лототрон. Бұл ерді 20 шар ва айнан 31 санасыды. Сізге супер ютубны тақтим етеген шар. Мана шу ерді жойлашы. Только лишь угадав комбинацию 6 шаров с первого лототрона и один единственный со второго, можно выиграть суперприз. Вабу, еттерака. И это шар под номером 7. Ну а все числа уже переданы в Центральную систему Народного банка. И в эти самые мгновения за несколько часов до Нового года определяются результаты, которые мы скоро огласим. Я не могу не танцевать, когда я слышу такую мелодию. Хоп. Новый год! Ха. Thank you.
hamkasbim aytib o'tganlardek, shunchaki biletlarni xarid qilishingiz, o'zingizga, omadingizga ishonishingiz, sevimli raqamlaringizni belgilashingiz va Navo telekanalini tomosha qilishingiz kerak. Bir necha daqiqalardan keyin natijalar e'lon qilinadi. Поэтому сегодня празднуем, ведь как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Завтра еще тоже чуть-чуть допразднуем, а уже 2 января бежим в любой из филиалов Халкбанка, приобретаем билет и ждем тираж. Это будет какое? 4 января, понедельник. Первый тираж нового 2021 года. Haqiqatda ham 2020-yilda juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz Superlotoda ham, Xalqbankning boshqa lotereyalarida ham o'zlarini baxtlilar safida his qilishdi. Bunga albatta ko'p bor guvoh bo'ldik va umid qilamizki, 2021-yilda ham minglab yurtdoshlarimiz bank lotereyalaridan xarid qilib, o'zlarini yanada baxtli his qilishadi, g'oliblar safida bo'lishadi. Итак, мы ждём результата, и нам тоже очень любопытно, что же сегодня нам преподнесет этот праздничный день? Хотя, конечно, вы это знаете, что все зависит не от праздника, не от события, а от вашей удачи. Угадаете вы или нет комбинацию 6 плюс 1. Да, не просто, но возможно. И чем больше комбинаций вы пробуете, тем, конечно же, больше шансов на победу. Haqiqatdan ham 31 dekabr sanasida yangi yil oldidan mana shunday bir g'oliblarimiz safida bo'lish 2 karra baxtli qiladi sizni. Biz esa Sogdianani kutyapmiz. Красивая Сагдиана нам дает результаты, и они потрясающие. Мы объявляем по 7 категории количество выигрышных комбинаций 211. Сумма выигрыша на 1,60 000 сом. 6-й категория 224 нафар юртошимыз 120 000 сомдан колге киртишди. 5-я категория 20 выигрышных комбинаций. Сумма на 1,200 000 сом. 4-й категория бойча 6 нафар юртошимыз 7,943,600 сом муборак. По 3-й категории количество выигрышных комбинаций 1 и сумма выигрыша на 1,116,536,625 сум. Табриклаб коямыз. 2-й категория бойча юхтли комбинация анықланмады ва кунның тиражның асосий мавзусы Супер Ютук. Супер Ютук сегодня хечки не выиграл, Лейкин. Посмотрите, один человек стал богаче в новогоднюю ночь на 116 с лишним миллионов. Все впереди, и теперь суперприз составит 1,910,914,438 сум. 95-й тираж учен 1,910,914,438 сум. Супер ютуб сфатида элон кылды, ва мана шу пул мукофоты сизге насиб этишини ният кыламыз. Хаят раисиге мурожаат кыламыз, этирозлар бар юк. E'tirozlar yo'q. E'tirozlar yo'q, hammasi joyida. 31 dekabr sanasi bir necha soatlardan keyin yangi yil kirib keladi. Barcha niyatlaringiz amalga oshsin. Xalq banki lotereyalari bilan. Счастья во всём и всегда. До встречи в Новом году. Мы вас любим. Пока.